Всем салам алейкум, всех приветствую. Хочу передать огромный салам, привет всей нашей стране, многонациональной стране. На самом деле у нас очень огромная страна, и спецоперация на Украине показала, что мы единый народ, что мы при необходимости можем объединиться, не делиться на народы, а как единый кулак встать против врага. Отдельно хочу салам передать и поблагодарить бывшего депутата Госдумы Гаджиева Магомеда Тажудиновича, который всячески нас поддерживает, постоянно звонит, интересуется, что нам необходимо, что нам нужно. Недавно звонил и сообщил такую радостную новость, что готов продать свою яхту в Турции и все средства отправить там на поддержку суда в Донецкую Народную Республику. Спасибо тебе, Магомед. Огромное баркало тебе, как дагестанцу, как чародинцу. Огромное спасибо тебе. Аллаху акбар.